приедет врач неотложной медицинской помощи. Ожидайте. На центральном компьютере отражено, и об этом рассказывает заведующий оперативным отделом скорой помощи, где и какая в данный момент находится бригада, чем она занимается, в пути ли или уже на выезде, а может свободно и ожидает вызова. Но теперь связь диспетчерской и врача или фельдшера скорой по интернету. Чем это хорошо для пациентов наших? Это опять-таки сокращает время передачи вызова, сокращает время доезда. И бригада получает уже полную информацию на планшет о месте вызова, повода и, соответственно, о самом пациенте. Ну и показывается на планшете топографическая точка вызова. Таким образом, рация и телефон уходят в прошлое. Теперь вызов из диспетчерской поступает сразу на планшет. Получается, что оснащение бригад скорой помощи новыми электронными помощниками – требование времени. Все данные уже в напечатанном виде поступают на планшет. Соответственно, если нам нужно выезжать, то мы уже видим тот адрес, который у нас есть, место вызова. Если нам необходимо уточнить что-то по телефону, соответственно, уже высвечивается и телефон, по которому мы можем прозвонить больным или тому, кто вызывал. И, соответственно, это уже быстрее, это проще. Самое главное для скорой помощи – сэкономить время, чтобы сделать больше выездов. А по предварительным подсчетам, каждый такой вызов через интернет – это дополнительные 4 минуты драгоценного времени. Например, за эти сутки на станцию скорой помощи поступило 1183 звонка. Было осуществлено 472 выезда, госпитализировано 154 человека, в их числе 16 детей. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.